Всем привет! С вами Нахлыст и вязание Мушика Данилыча. И сегодня мы приехали снова на нашу любимую речку. Вот. Я взял сегодня вот такое вот двуручное удилище. Это свитч-рот, 3-4 класс. Но рыбачу я сегодня не как обычно на краткую нимфу. Да, условия просто, в принципе, не позволяют ловить на краткую нимфу, потому что ширина достаточно большая, течение спокойное, ровное. Вот, поэтому использую вот такую вот оснастку. Сделал вот такой поплавок. Вот. И сейчас к нему привяжу нимфочки. Вот я беру, открываю коробочку с моими замечательными нимфами. Достаю тяжелую нимфочку на вольфрамовой головке. Она будет снизу. Ее задача утопить наш настрой и достичь быстро дна. Вот, привязываем. И вторую нимфу. Тоже ее надо привязать и поставить выше. Раз, два, три. Теперь что необходимо? Вот эту нимфу закрепить выше. Вот эта нимфа примерно сантиметров на 25 на 30. Получилось у нас снизу вот такая вот нимфа, сверху вот такая нимфа и под завершение вот такой поплавок. Ну, к нахлысту это, конечно, отношение имеет не такое, да, как в привычном стиле, но, тем не менее, в весеннее время по большим дистанциям, по большим площадям можно рыбачить на такую оснастку. Поплавочек, вот такой столбик, да, ну, сам придумал я, из пенки он вырезается, нижняя точка крепления у него идет. Вот, и прикол какой. То есть мы когда делаем заброс, у нас нимфа пока опускается, поплавок лежит на воде. Как только поплавок раз вверх встал, значит у нас оснастка вместе с нимфами натянулась. Все, пробуем. Запись пошла. Собственно, сейчас вот сюда вот буду делать забросы. Вот. Поплавочек упадет, нимфа начнут тонуть, поплавочек встанет. Я сопровождаю вниз, тут хорошая ямка. Вот. Возле одного берега мель, возле другого мель и посредине ямочка хорошая. Вот, я считаю, в этом месте как раз рыбка должна стоять. Сплавлять оснасточку вниз по течению, вот, и пускай она двигается вместе с нашим поплавком, с нашими нимфами, совсем полностью. Красота. Погода сегодня замечательная, очень тепло. Вон без курток, во фриске, просто ходим. Забросы поделал, сюда вот попытался что-то половить. Ну, я так понял, в этом месте рыбка сегодня не стоит. Придется идти ниже. Я думаю, там что-то найду. То есть на одном месте ждать подхода рыбы, пока она снизу вверх поднимется. Или какая-то оседлая стоит. Ну, смысла нет, да? То есть либо ты нашел рыбку, стоит там 2-3 хариуса, к примеру. Может больше. Вот. Либо не нашел. И пошел искать стайку. Он все равно сейчас по весне кучкуется, да, там бывает особи до 5 стоит, где-то и больше может быть. Вот, поэтому просто, как говорят в поговорке, волка ноги кормят, так и нас. Надо двигаться, ходить, искать места новые. Вот, и пробовать ловить. Нимфочки проверены, в общем-то, есть. Будем стараться ловить
что-то поймать. Вот она, настоящая сибирская тайга. Громадные сосны, елочки. А тут вот у нас на повороте шикарнейшая яма, глубокая. Ну вот надо пробовать, смотреть, может быть что-то здесь будет интересное в плане рыбалки. Вот посмотрю. Надо потихонечку подходить, не шумя. Пришел на такое место. Паша вот на той стороне стоит. А я здесь. Здесь очень тихий плес, глубокий достаточно. И мелкая рыбка, вот видно, с поверхности собирает. Видимо, комаров. Ну вот они прямо прыгают. Мелкого комарика, вот выход. Вон ниже выход. В общем, активный плавеж идет. Но размер рыбки очень скромный. С такой рыбкой я даже ловить не буду. То есть было бы что-то посерьезнее, тогда другой разговор. Вот тоже выход, раз, плюхнул. Вот, а Паша там тоже прыгает. Вот, вот с бульком, с таким, уп, вышел. Вот еще ветер дует. Выше по течению. Здесь вот тоже за бревнышком стоит пару хорюзов. Ну, тоже размер небольшой. Я так понимаю, рыбка все-таки поднимается снизу вверх. Вот здесь вот как раз мы стайку небольшую и нашли. Размер рыбки, наверное, ну, сантиметров 15-20 будет. Потому что если бы был жирный такой чмок, это был бы тогда хорошего размера хариус. Он тоже прыгает. Бум-бум-бум-бум, носики выходят. Это маленькая рыбка, все. Наблюдаем сейчас, как хариус потихонечку собирает корм с поверхности воды. Видно плюхи, аккуратные кружочки. Вот они, выходы рыбки. Все, перестали прыгать. Вот еще выход. Будут ли еще выходы рыбки? Ну, оп, оп, вышел. Вышел аккуратненько. Все, что ли? Еще вышел хариус. Красиво. Причем не видно, что на поверхности воды кто-то сидит. То есть он кормится дрифтом под пленкой воды сейчас. Ну а судя по времени, да, скорее всего, это небольшие комарики. Так, ну что-то у меня за бревнышком там, честно говоря, побольше рыбки-то стоит. Ну, типичное место, да, в воде коряшка лежит, а за коряшкой уже стоят хрюза. И кормится смываемым, ну вот дрифт, который плывет, это комарики, скорее всего, сейчас мелкая мошка. Тон ее кушает. Размеры приманок сейчас нужно подбирать. Ну, очень маленькие. То есть от 16 номера вплоть до 22. Потому что крупных мух пока никаких не летит. Вот веснянка бы, конечно, если сейчас летела, было бы здорово. Тогда можно было бы укрупниться до 12 номера крючка и ловить рыбку. Но пока нет. Я очень тихо сижу, вплоть до того, что уже рыба тут рядом со мной прыгает. Это прямо что-то. Видно, как несет мусор по воде различный. Вот тоже с поляриком отлично видно, что в воде вот эта вот коряжечка, три кустика там в воде таких лежит. И вот за этими тремя кустами должна стоять рыба, которая будет кормиться на поверхности воды. Размер рыбки, я уже сказал, да, совсем не крупный. То есть это маленькие хрюски небольшого размера. Ну, вот, в общем-то, просто поднимается потихоньку вверх. Но крупной рыбы я пока не вижу, чтобы она была. Перестали почему-то прыгать они. Хотя я очень тихо сижу, не поднимаясь, не шумлю, ничего. Вот он, хрюз стоит. Вот он, прямо за коряжкой видно, стоит хрюзок. Вот пошел вверх.
Видно было отлично. Вот тут вот стоят хрюзы, видно. Вот здесь вот. Вот прямо между корешками хрюзочек стоит. Давай, нужно, чтобы ты себя как-то проявил. Плюхнул. Стоит, потихонечку соблазняет, там под берегом у него стоят хрюски небольшого размера. Он их на сухую мушку, либо на комарика, как обычно, либо на имиджера на какого-то пытается соблазнить. Делает заброс. Отлично. Вот, нахлыстовая рыбалка сродни с охотой. То есть это тихая рыбалка, неторопливая. Потихонечку нужно стараться ловить рыбку, чем Паша и занимается. Не шумит, стоит на одной точке, нашел рыбу и пытается ее поймать. Ну там размер, Паша, совсем маленький. И рыба в таких местах вредная всегда. В общем, пока с результатом 1-0. Паша у нас ведет. Поймал одного хариуса. По идее, должна быть, ну, более-менее нормального размера рыбка, но ее нет. Вот, искать будем, искать. Надеюсь, сегодня что-то мы найдем. Уже такие расстояния протопали. Устали уже даже, да и кушать охота. Вот. Еще ветер идет, и погода начала портиться. Но тишина вообще. Вот сделал я заброс. Сейчас поплавок занимает вертикальное положение. Это означает о том, что... Опа! Ух ты, блин, я думал поклевка. Нет, это была не поклевка. Это был зацеп за дно. Все, сделали заброс. И вот теперь ждем. У нас поплавочек должен занять вертикальное положение. Как только он займет вертикальное положение... Вот он, встал. Это говорит о том, что он достиг дна. То есть нимфы у нас сейчас прямо волочатся. Либо идут потихонечку над дном. Вот, видно, касания небольшие. Вот, и как только поплавок утонет, это значит, что произошла поклевка. Снова делаем переброс. Вот так вот, раз. И все, и ведем опять к себе. Заброс делается немного вверх по течению. То есть под 45 градусов примерно этого достаточно. Вот, место я выбрал не случайно. Здесь резкий свал на дно. Ну и достаточно глубокая ямка. Вот, ждем, когда... Ага, вот он. На поклевку было похоже. Может быть, это просто касание дна. То есть, когда нимфы отстукивают по дну, тоже поплавочек начинает поигрывать. Немножко притапливаться, так сказать. Вот, смотрим, сделали заброс. Вот, нас мушки потихоньку сейчас тонут. Вот, поплавок занял вертикальное положение. Вот, идет. Thank you.
что ты думаешь по поводу этого дня? Нагулялись. Нагулялись. Че, пойдем? Ну что я хочу сказать, сегодня день, в общем, подошел к концу. Рыбы мы так и не нашли, целый день гуляли, ходили по ямкам, по перекатам, в общем, места облавливали различные. Но исход таков, что мелочь нашли, в общем, Паша чуть-чуть поймал, несколько штучек буквально. А я вообще не подобрался с нимфами, вот. То есть он сегодня, в принципе, мелкий хорёзок активничал с поверхности воды. Ну и вот он оттуда-то и кормился. Ну вот. Можно было, конечно, остаться, попробовать половить мелких этих хорёзков. Но как-то перспектива такая не радовала. Зачем мелочь губить? Все равно день прошел не зря. Походили, что-то покидали. Я нимф сегодня пообрывал. Вот, на речке бревен на дне очень много, зацепов куча просто. Отрываешь нимфы одну за одной. Вот, что меня, собственно, не радует, конечно. Сидишь вечерами, вяжешь, готовишься, потом приехал на речку, бах. Сегодня, наверное, десяток нимф оторвал, не меньше. И все, и впустую получается. Ладно, дар богам, как говорится. Нимфы оторвали, это значит задаток будущим хорошим рыбалкам. Ну и ладно. Собственно, на этом и все. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч, увидимся, пока.